Да, получили, но типа это первая победа в этом сезоне, кстати. Я нуб, конечно. Не пойду в дом, блядь. Да забей вообще. Чего меня с пистолетом чуть не убил? Так, у нас все плохо, как ты видишь. У нас нет пуриков, нет нормальных пушек. Не, ну пушки еще ладно, куда ни шли. Да выпрыгивай. Там есть сундук? Сундука нету. Если кто-то на дом прыгнул, он мне сейчас люлей даст. Чувствовал. Так, ладно, есть 100 хп. Ты где? Где, ля? Это снайпа показывает, где будет зона, кстати, держу в курсе. Папка, играешь? Да, периодически. Вчера играл, но что-то тоже сгорел быстро. Ты на дом пошел? Я не понимаю, куда он делся. Ой, я думаю, колду тоже покупать, если мы нормально собираем на оперативу. Он на дом пошел, чеша? Да сука. А, еще один. Вы что, умники что ли вдвоем тут? Бло, и как быть? Гранатку-то импульску я там оставил. Так, он на дом пошел к челику. Да как я не попал сейчас-то? Со снайперки убил его. А кто его убил со снайпы? Его со снайпы убили. Да, в районе 15. 14-15 тысяч. Чутка не хватает, лол. Хорошо. Прошиватель онлайн. Так ты где вообще находишься-то? Вообще фигня. Да. Блин, как же потно в арену-то играют люди вообще, они не могут нормально поиграть, блядь.
калят. Да ты ёбаная шкура, сука. Блять, и я упал. Мне нечем строиться, ребят. Я не могу его заражить. А, вообще не, не надо. Ладно, давай вот так сделаем. Ладно. Ладно. Как-то так. Живем. Но потно, блин, варенье что-то потно. Вообще жутко. Все, блядь, профессионалы какие-то. По оружию вообще отмена. Ой, блядь. Думал, баночку держу в руках. Зона похер, у нас есть две аптеки. Нет ли тут умников? Ага, все верно. Которые будут меня выцеливать. Давайте похилимся тогда и подумаем, что будем дальше делать. Показалось или бегал, чувак? Не показалось. Остановись, бродяга-то. Опа. Хорошо, да как? Не посмотрел, правда, насколько я ему дал. Пикать он зато меня точно не... Смотри, и пикает все равно. Или это не он? Зачем? За победу сколько дают, мне интересно. Сука, такой нуб я. Да блять! Ты что, издеваешься, что ли? Я заново, господи, блядь. Ты шо, блядь? Бродяга. Ага. Да я не дерево хочу. Почему я не могу здесь построиться? У меня что-то со стройкой. Хайграунд забрали.
ты, да, поставил ловушку и будешь там сидеть. Ну сиди, блядь. Есть тут пол подо мной вообще, да. Так, а где остальные ребята? Дядь, у нас зона. Мистер прорыв. Дарили, что ли? Смотрел, что там у него было, конечно, ну ладно. Оули щет, мазен факин щет. Посмотри, мы что нашли. Хорошо. Это хорошо. Так. О, здесь понастроили уже. Интересно, здесь прям сидит кто-то, или он просто здесь домик себе дачу построил? Мы сейчас по-хитрому будем выигрывать, чекайте. Не люблю я башни строить и сидеть прям в башне. Зона будет за вот этим кругом, да? Да. Нужно на самом краю строиться, вон там. И тогда можно посидеть. Бля, ты серьезно? Какой я, блядь, этот дробовик ненавижу просто. Я просто терпеть его не могу, блядь. Парняга думает, что я там еще. Смотри, что делает. Бля, да он не один, он там дерется, что ли? Я ненавижу этот дробовик, отвечаю. Дайте мне нормальный, спасибо. На роботе. Там, да, на роботе, чувак. Пусть они дерутся там вдвоем. Я пойду в зону. На роботе чел выиграет, если он действительно реализует его. Скорее всего. Бля, где гранаты были? Далеко были? Сука, дебил, блядь, кинул. Там если задры, то я проиграю. Лол, он его задушил, алё.
наверное, не вот это. Дядь, если ты профессионал, то ты меня выиграешь. Хорош, хорош. Ну такой себе профессионал. Ну такая себе первая карточка в рейтинге. Лол. Thank you.